Значит, смотрите, очень много вопросов, которые идут по поводу вот этих комбинаций генов, которые связаны с гемостазом, и практически нет при этом никакого обследования, которое назначается на дополнительные факторы. То есть дополнительные факторы — это полиморфизмы генов сосудистого тонуса, которые играют колоссальную роль в развитии акушерских осложнений. Это вот очень характерно, это то, о чем я говорил, что обращают внимание только на гемостаз и ни на что другое, ни на иммунологию, ни на какие-то другие вещи.